Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров в режиме реального времени, который учитывает ежедневные изменения капиталов самых богатых людей мира. В список вошли несколько бизнесменов армянского происхождения из США, Англии, Аргентины, России и Армении. Самую высокую позицию среди них занял президент российской группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян – 1163 место. Его состояние оценивается в 2,7 миллиардов долларов. На 1429-й строчке рейтинга разместился российский бизнесмен, экс-владелец «Йота» Альберт Авдалян с состоянием 2,2 миллиарда долларов. После продажи доли в телекоме Авдалян занимается крупными энергетическими проектами по добыче и транспортировке. Сооснователь российского дисконтного ритейлера Fix Price Артем Хачатрян устроился на 1513-й позиции рейтинга с капиталом в 2,1 миллиарда долларов. Аргентинский бизнесмен, совладелец Corporations America Airports, также занимающийся добычей нефти и газа, Эдуардо Эрнекян, занял 1571 место с состоянием в 2 миллиарда долларов. Американский предприниматель Нубар Афиян, среди прочих инновационных проектов которого широкую известность получила Модерна, разместился на 1677 месте. Его состояние оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Ким Кардашьян находится на 2363 месте с состоянием 1,2 миллиарда долларов. Самая скромная позиция в рейтинге у Рубена Варданяна и его семьи – 2392 место с состоянием 1,2 миллиарда долларов. Варданян переехал в Армению в 2021 году, отказавшись от российского гражданства. В ноябре 2022 года он был назначен государственным министром Арцаха и передал свои активы в семейный траст. В феврале 2023 года был освобожден от должности государственного министра.